О спорте. В Турции прошел 10-й чемпионат мира по национальной борьбе. В город Хатай съехались 200 борцов из 42 стран. В таких крупных соревнованиях команда Чувашии участвовала впервые. Абакуреш – национальная турецкая борьба с захватами за одежду и тело соперника. Необычный коктейль из всех известных видов борьбы и плюс новые элементы. Один бросок решает исход поединка, бой может закончиться за секунды. Борьба шла в 5 весовых категориях. Команду Чувашии представляли 6 спортсменов. Ранис Кардонов из села Шагырданы вошел в полуфинал в весе до 90 килограммов и занял 4-е место. Международные соревнования позволяют участникам получше познакомиться с традициями и обычаями разных стран, где борьба является самым популярным видом спорта.